Сантиметровые градины. Машину бы не побило. Зеленая поляна становится белой. Охренеть, какие куски падают. По 3 сантиметра градины, даже больше. Смотри, как они скачут. Ужас какой-то. Нас убило градом. Многие посадки слишком сильно пострадали, в том числе кабачки, капуста, тыквы, свекла, лук. Вот такие кучи у нас насыпало. Смотрите, какой он крупный. Пиздец, господа. Ждал урожай тыквы. Не знаю, как она отойдет, не отойдет. Такого града я еще в своей жизни не видел. Огород опять уплывается. И все плавает. Лук поломала. Укроп прибила. Репу тоже раздолбала все. Редьку. Все, он поломал сверху. Видите, какой хрень. Свекла. Картошка тоже вся легла, капуста, кабачки жалко, не знаю,
Вижу, вот не вижу. Ну, вроде макушки целые, по идее должны выжить. Здесь лук с чесноком поломали. Здесь очень сильно побило лук. Смородину позбивала красную. Чуть-чуть осталось. Малину все завалило кусты. Но тут у меня сидели на куче красивые тыквы. Посмотрите, во что они превратились. Мешанина. Сходил, посмотрел машину. Вроде не пострадала. Ну, по крайней мере, чего-то такого очевидного не видно на ней. Это вроде жива.